Вы на канале GameDop. Всем привет! И это игрушка Stoneheart. В этом видео я хочу вам показать, какие новые здания, строения вышли, точнее появились в этой игре с выходом новой версии Альфа 19. Но перед тем, как мы начнем, я хочу показать вам вот такое вот поселение троллей. Конечно, я думаю, такие поселения были и раньше, не только в Альфе 19. Но почему-то раньше, когда я строился, такого мне не попадалось. Появился какой-то квест, и потом сразу же появилось вот такое вот поселение троллей или орков. Фиг знает, кто это. Ой, ребята, насчет квеста. Короче, такое дело. Там что-то нужно было потом квесту собрать. Я это не сделал, потому что забил на его. А теперь тролли на меня обиделись и нападают на меня. Смотрите, сколько их много здесь. Штук 6, наверное, или 7. Нужно быстро-быстро отбиваться от их. Атакуйте, ребята, атакуйте. Давайте еще одного воина сделаем, потому что у меня что-то мало солдат. А их там на меня очень много бежит. Давайте. Еще одного солдатика в бой. Теперь, наверное, будет попроще. Они не бьются, они почему-то мимо меня бегут. А, это грабители. Они, короче, бегут ко мне на склад, чтобы ресурсы воровать. Я понял. Там только было 2 воина и 3-4 грабителя. Они вообще не бьются, они просто тупо бегут на склад, чтобы что-то украсть. О, смотрите, добежало двое. Поднял. Короче, украли шкуру и камень какой-то. Так, двоих я убил. Еще двоих нужно убить. У них даже оружия нету. Смотрите. Начал его бить. Он кинул то, что украл, и начал текать. Веселуха, конечно. Короче, эти орки меня грабили. Потом сказали, что им меня жалко, и ушли. Все, их нету. Потом, спустя какое-то время, они опять появились. Вот здесь только. Но я это уже не записывал. И вот квест. Нужно было собрать там шкуру, дерево. Я собрал, и они исчезли. А что будет, если я нажму-ка? Я передумал. Я думал, они сейчас появятся. И убьют меня. Что-то никто не появился. Заберем ихнее дерево. Это такой маленький презент. Короче, фишка такая. Они появляются, запугивают. Нужно от их откупиться. Ой, чё это, блин? А чё там так много лучников? Хилди. Ого-го. Сейчас же убьют. Это что такое? Короче, он мне что-то угрожает. Блин, опасно. Тут кучу лучников. Так, давайте, короче, по ассисту работать. По ассисту, ребята. Все бьем. Одного. Вот этого. О, теперь бьем вот этого. Ну, давайте. Так, теперь вот этого давайте. Так, и вот последний чувак. Последний? Ну, вроде последний. Так, ладно, что же я хотел показать? Я хотел показать новое строение. Вот такие вот домики. Я их не сам придумал, эти домики появились в игре на Альфа 19, которые можно строить. Тут типа домик кузнеца, домик пекаря, домик каменщика. И сейчас я еще буду строить... Вот закупаете, у меня получается русификатор стоит. И лучше, ребята, русификатор не ставьте. От него столько глюка в игре. Лучше играйте на оригинальной английской версии.
Я вам это точно говорю. Так. Это домик кузнеца есть. Домик... что-то домик пекаря есть. А нет, не тот. Вот. Вот домик пекаря. Домик каменщика. И теперь еще построю домик кого это? Гончара и домик швеи. Вот еще два домика построю. Построить. Так. Наверное, как-то так. Да? Вот сюда. Во. Да? Да. Короче, чтобы время не тянуть, делаю Ctrl-C и B, Enter. Домик готов. И последний домик, который там построить нужно, это домик швеи. Построить. Здесь мне мешает эта фигня, мешает. Удалить. Домик главнее, чем охота. Так, построить. Повернуть. Где здесь перед, где зад, не поймешь этого домика. Это попа. Вот так, по идее, нужно строить. Так, уже красиво ж было все. По идее так, да? Да, вот так. Так, Ctrl-C и B, Enter. Все домики, которые добавились в игре, построились. Получается, для каждой профессии теперь есть свой домик. Это прикольно. Помимо этих домиков, самое сложное, что можно построить, сейчас найду, это гончар. Три этих здания по квесту. Все есть, кроме цветочка. Такие цветочки только можно получить или за квест, или в торговца. Ну, за квест я их получал, а в торговце их ни разу не видел. Вот такую штуку можно построить. Вот такую штуку можно построить. И вот такую штуку можно построить. Такие штуки могут строить только раса дети Роя или Рая. Не помню, как их там называть. Короче, в расы детей только есть. Эти штуки нужны. Мы их строим. У нас появляется вот такой вот квест. И когда мы построим их, мы получим награду. Если у меня получится их построить, получить те ингредиенты, которые нужны для их, то продолжение этого видео еще будет. Короче, прошло уже пару часов, и вот эти вот новые штуки у меня не получается сделать. Вот, припустим, на первую вещь нужно какие-то подсолнухи, какие-то цветочки. Почему-то чувака, который дает квест на эти цветочки, его просто нету. Потом. Вот такая вот макака. Нужно две какие-то книжки. Но такие книжки... Одна книжка у меня есть. Они, короче, падают со склепов, там где скелеты. Появляются склепы, приходишь, убиваешь склеп. После того, как ты склеп... После того, как ты склеп разрушил, там появляется сундук. Сундук тот разбивается, там иногда попадается такая книжечка. Я уже два склепа разбил, и только одна книжечка. Пока больше склепа не появляются. Так, третья вещь. Картина делает кач. Глетчик делает гончар. А вот такую вот деревянную лавочку фиг знает, кто делает. Плотник делает обычную деревянную лавочку. А здесь написано Redwood Park. Типа красная деревянная парковая лавочка. Типа такого что-то. У него такого просто нет. У него просто деревянная лавочка. Так что где эту лавочку брать, я вообще без понятия.
Вот, хотя какой-то квест у нас принять. Что мне дали? О, мне дали 2 подсолнуха. Только 2. А мне их 4 надо. Короче, пока эти все ингредиенты насобираешь, кучу-кучу времени пройдет. Но новые домики я показал. Я даже на эти домики повешал, типа, вот такие вывески, типа, вывеска кузнеца, вывеска повара, вывеска каменщика, вывеска кого это, пекаря и вывеска ткача. Чтобы было более понятно, кто в этом домике живет. Так что, все, что я хотел показать, не получилось, только 50% того, что я хотел. Но все же домики новые показал. Если рано или поздно насобираю все нужные ингредиенты, чтобы построить вот те декоративные сооружения, тогда, возможно, потом я еще раз запишу видео. Ну, а на этом пока все. Так что всем спасибо за внимание. Всем пока. Ту-дух!